меняется игра. Все футболисты очень подвижны. Видно, что как. И вот опасно. И спасает свою команду вратарь ЦСКА. Но там добивание. И это гол, друзья. «Зенит» открывает счет 1-0. И тут же ЦСКА отвечает своим забитым мячом. Но судья не сразу свистнул. Забивает 10-й номер. Еще один перехват «Зенита». И без нарушения правил отбирают мяч у Евгения Иванчина. И вот контратака ЦСКА. Несется вперед. Мирон Корычко бьет в дальний угол. Ой-ой-ой. Никита Фирсов вытаскивает этот удар, но продолжается атака, убойная позиция, и 2-1 ЦСКА впереди. Четвертый номер, Иван Вшивцев, отличается. Даже не ударить поворотом, да, передачу точную отдать. Менее 2 минут играть в первом тайме. Армейцы с Москвы идут вперед. И вот из центра поля. Да, в самый угол удар. И Иван Вшивцев забивает еще один мяч. 3-1 впереди ЦСКА. Атака «Зенита». Естественно, команда хочет забить как можно быстрее. Смотрите, какой удар! Какой удар с левой ноги. Ну, осторожно, здесь все-таки не очень скользко. Четвертый номер «Зенита» отличается Артем Самойленко. И высокий прессинг применяют армейцы. Все трое нападающих идут на защитников соперника, даже на вратаря. И вот он перехват, и вот он момент, и вот он четвертый гол ЦСКА. Сам сделал перехват и сам забил. 22-й номер команды — это Артем Сериков. И затолкали. Принял и пробил. А в итоге 9-й номер Петр Щербатов. 5-2 впереди ЦСКА. Да, атака продолжается. 4-2 атака ЦСКА. И что? И будет удар в дальний угол. И добивание. Это 6 уже 2. На дальней штанге подкараулил этот мяч. Кто? 22-й номер ЦСКА. Это Артем Сериков. Вновь здесь Калмыков. Удар. Пино спасает. Добивание. И здесь уже Пино пропускает. 6-3. 6-3. И на этом игра заканчивается. 6-3. Победу одерживает ЦСКА. Ну, после